Всех приветствую на своем канале. Пришло время установить на вот такой мини-снегоход Динго более мощный мотор. Это мотор мощностью 15 лошадиных сил. Для чего я это делаю? Собственно, штатный двигатель очень слабенький для этого снегохода, по моему мнению. Скорость у меня на родном двигателе составила 24 км в час максимальная. Кто не посмотрел, как едет этот снегоход со штатным мотором, обязательно посмотрите. Ссылочка сейчас появится вверху. Ну а сегодня мы установим этот двигатель на снегоход. Также доработаем сцепление по той причине, что сцепление не будет работать на таком мощном двигателе без доработки. Диски будут гореть. В общем, друзья, оставайтесь, будет интересно. Обязательно подписывайтесь на канал. Также ставьте лайки. Погнали! Ну что, я думаю, стоит начать со сцепления. Доработаем его. Потом вытащим штатный двигатель. И уже будем устанавливать новый мотор. Так, сейчас быстренько в двух словах расскажу про вот такой редуктор. Ну и в большей степени, наверное, про вот это сцепление. Кто не сталкивался, это сцепление центробежное, масляное ванне. Вот так вот оно выглядит внутри. То есть диски, которые прижимаются вот этими вот грузиками. Сейчас я покажу. Под действием центробежной силы эти грузики меняют свое положение и прижимают вот этот пакет дисков между собой сжимают. Так вот, есть вот такие фрикционные диски. Они чередуются, металлический и металлический, вот с такими накладками типа ферродо. Так вот, вот это ферродо на моторе мощностью 15 лошадиных сил работать не будет. Просто-напросто сгорит. Проверено, поверьте на слово. И когда сгорит это сцепление, то, во-первых, у вас испортится масло. Во-вторых, это, скорее всего, произойдет где-нибудь в поле. Вот. И назад вы уже вернуться не сможете. Так вот, смысл в том, чтобы это сцепление не горело, нужно поставить все диски металлические. Этим мы, собственно, сейчас и займемся. Вот этот весь пакет дисков я вытаскиваю. Многие на просторах интернета делают так. Они стачивают вот на этих фрикционных дисках, стачивают накладки до металла. У меня же есть возможность изготовить новые такие диски. Вот, собственно, я их уже нарисовал. И я их уже, собственно, даже вырезал. Вот такие вот диски у меня будут. Работать этот пакет будет, еще раз повторюсь, металлом по металлу. Первый у нас пойдет вот такой вот диск, получается. Соответственно, дальше пойдет уже диск, который будет выступим цепляться за корзину. Выглядеть это все будет вот так. Сейчас покажу. Вот это будет первый диск. Диски я вырезал из более толстого металла, то есть здесь у нас получается двойка металл. А штатные диски полторашки. Ну и вот так вот мы набираем пакет. Я разметил диски маркером несимметрично. Сейчас буду пропиливать болгарочкой, делать такие пазы. Ну, думаю, глубиной 0,5 миллиметра, может быть 0,8, как получится. В общем, буду делать пока только вот на этих дисках. На других дисках со шлицами пропилы делать не буду. Они останутся гладкими. Думаю, вот этих канавок будет достаточно на этих дисках.
Ну вот, вот такие вот диски получились у меня. Канавочки с двух сторон, несимметрично. Думаю, что все должно хорошо работать. Ну что, приступаем к демонтажу штатного двигателя. И после этого будем уже срезать все лишнее и устанавливать пластину под новый мотор. Мотор был удачно извлечен. Вот он лежит. Проводку я, собственно, тоже снял. Оставил только один пульт со стоп-двигателем. И оставил тормозной суппорт. Думаю, что тормоза я все-таки сделаю. Дальше по плану снять вот с этого двигателя топливный бак, потому что он будет мешаться. Снять глушитель, собрать, собственно, доработанное наше с вами сцепление воедино с редуктором, установить на двигатель и уже смотреть, что нам будет здесь мешаться на раме. Я думаю, что здесь придется много что срезать. Подножки я буду срезать. Также я вот эту вот, вот этот подрамник U-образный срежу. Место под аккумулятор тоже удалю. И как раз здесь у нас с вами освободится пространство. Вот этот кронштейн тоже надо будет удалить. Освободится пространство. И я буду уже на это место приваривать пластины. И уже в пластине сверлить крепежные отверстия и как-то располагать здесь двигатель соосно ведомой звездочки. Ну вот, я убрал с мотора все лишнее. Вот такой вот получился компактный, по моему мнению, двигатель. Вот такая вот система газа реализована у меня на этом моторе. Она очень хорошо себя зарекомендовала. Этой системой газа я пользовался около 3 лет. В общем, очень хорошо работает. Она исключает из работы центробежный регулятор. В общем, кому интересно, посмотрите на моем канале это видео. Ссылочка сейчас появится вверху. Примеряю пластину. Думаю, сейчас я ее обрежу по ширине. Далее сделаю вырез вот под эту вот часть в ней. И все это дело приварю, но приварю ее в горизонт. Потому что если посмотреть, рама имеет наклон в сторону задней части снегохода. Ну а мотор должен стоять в любом случае горизонтально. И здесь я сделаю точку, и вот в этом месте. Вот так вот будут подушки стоять, и уже вот так вот будет вставаться уже у нас двигатель. Ставится мотор вот сюда. Здесь я сделаю спереди небольшой зазорчик для того, чтобы у нас при вибрации верхней пластины не стучалось об раму, чтобы не было грохота. Вот. Ну вот сейчас после установки я уже думаю, будет видно, как будет располагаться пластина. Что-то уже спинка побаливает у меня. Таскание этого мотора. В общем-то, такие у меня зазоры получились. Вот эту, конечно, пластинку придется убрать. Потому что там минимальный зазор между клапанной крышкой. Но это я отрежу. Вот по эту часть, я думаю. Ну а так, в общем-то, все встает. Конечно, в притирочку все
Ну все, я разметил плиту. Накерниваем ее и будем сверлить. Ну вот такие вот две моторные плиты у меня получились. Вот на этих отверстиях будут стоять как раз подушки. И две вот эти плиты будут стоять вот так друг над другом. Таким пирожочком. А между ними будут, соответственно, уже стоять подушки. Замечательно закрепился двигатель. Вот на таких вот подушечках сверху, снизу. В общем, теперь можно ставить звезды, выставлять мотором соосность относительно ведомой звезды. Также можно подумать, чтобы закрепить вот сюда тормозной суппорт. Я думаю, что на этот вал можно установить диск. Хочу запустить, хотя нет глушителя. На дворе уже почти час ночи. На сегодня работы закончены, но запустить я его все-таки хочу. Глушитель, я думаю, использовать штатный. Единственное, сейчас только срежу вот эту часть. Она потом заварится. И вырежу носик. И сделаю диаметры чуть-чуть побольше выходные. То есть входной и выходной диаметр будет больше. Глушитель варю. Все подводы из вот таких водопроводных отводов, кусочков труб, вот таких, которые у меня были. Продаются они, в принципе, в любом магазине. Отверстие выходное рассверлил. Сейчас вот приварю сюда вот такой носик, точнее отвод, чтобы он работал вниз. Ну и, собственно, останется только изготовить фланчик на верхнюю часть и приварить его. Вот такой вот глушитель у меня получился. Не знаю, насколько он будет громкий. Вот такую вот заготовочку я вырезал с припуском. Вот будет так вставать сюда диск. В общем, сейчас будем точить, делать выточку для посадки диска и растачивать внутренние отверстия уже для посадки на вал. Заодно я решил срезать вот эту вот звезду родную со ступицы. Она вот здесь приварена швом, также на токарном станке я аккуратненько этот шовчик срежу. Эта звезда 14-зубовая. В продаже я не нашел 14-зубовые звезды под вал 22 и шпонку 7. Максимальное количество зубьев — это 11. Я заказал такую звезду. Думаю, эту звездочку потом приварить на другую сторону вот той самой звезды, сделать проточку и обварить. То есть получится двухсторонняя звезда. С одной стороны будет 11 зубов, с другой стороны будет 14 зубов.
В общем, для того, чтобы срезать сварку, она, видимо, была проварена в фаске, пришлось так вот расточить звездочку. В общем, получилась такая фаска. Ну, это даже и лучше, на самом деле. Потом можно будет в эту фасочку прям проварить сваркой. Так, штатный диск очень маленький, тормозной, поэтому я решил изготовить новый. Изготавливать буду вот из такого пильного диска. Вот, думаю, что такой тормозной диск будет работать. Сейчас вырежем новый, я уже его нарисовал, и будем ставить. Ну, вот так вот в целом у меня все получилось. Конечно, многое еще что нужно будет доделать, но снегоход уже подает признаки жизни, то есть пытается трогаться. Соответственно, нужно будет изготовить вот сюда натяжитель обязательно. Ну и также нужно будет изготовить кожух. Сейчас я вам покажу, как он трогается, как заводится. Вот такая вот техника получилась. К сожалению, испытать ее я не успел, но я это обязательно сделаю будущей зимой. Поэтому, кто не подписался на канал, обязательно подписывайтесь. Так вы не пропустите новые видео. Ну и, конечно же, кому понравился ролик, обязательно ставьте пальчики вверх. А я прощаюсь с вами. Всем пока!